В этом видео мы рассмотрим вкусняшки-лакомства для собачек средних пород. За основу так называемой косточки взята сушеная сыромятная кожа, на которую накручивают мяско. Кстати, вы знали, что такие лакомства очень полезны для чистки зубов? Твердые и долгоиграющие вкусности очищают зубы собаки от налета. Если периодически давать любимцу такие угощения, то не придется чистить ему зубы. Также они спасают в период, когда у щенков режутся зубки. Дайте малышу вкусняшку, и он будет грызть ее, а не ваши тапочки. Некоторые вкусняшки включают в себя витамины и минералы, которые необходимы для здорового и правильного развития вашего щенка. Лакомство – это не просто развлечение, а хороший способ найти общий язык с вашей собакой, обучить ее определенным командам и укрепить здоровье. Некоторых хозяев настораживает присутствие глицерина в составе, но он безвреден для питомцев. Лучшие лакомства для собак могут содержать его в себе. Глицерин отвечает за влажность изделия и помогает сохранить текстуру продукта.